Нюта, милая, ты не должна обращать внимания на Кристиана. Он просто бабник, которому нравится унижать людей. Они все смеялись надо мной. Вся элита. Я не знаю, что делать. Хватит, Нюта. Ты сильная. Ты справишься. Ты не одна. У тебя есть мы. Мы всегда будем тебя защищать. Спасибо, ребята. Давайте собираться в школу. Ребят, вы меня извините, но я сегодня не хочу идти. Скажите, что приболела. Ты что? Пропускать нельзя. Я думаю, ничего страшного. Сегодня мало уроков. Нют, я с тобой останусь, а вы идите. Стив, не давай им в обиду Асю, хорошо? Не переживай, все будет хорошо, мы справимся. Сейчас я встречу этого Криса. Он меня будет танцевать передо мною. Вчера обидел Алексу, Нюту. Он что, вообще оборзел? Он мне сейчас бубен получит. Стив, стой, подожди, остановись. Послушай. Что? Так нельзя говорить. У него здесь, скорее всего, везде шпионы стоят. Ты что? Он же типа главный. Какие в школе. Шпионы? Ты понимаешь, что, ну что, что? Если ты его хоть пальцем тронешь, то тогда тебя нафиг выгнать могут. У него же отец директор школы. И что делать тогда? Что, просто не обращать внимания на это? Как так можно? Слушай, пока мы здесь не обосновались, не нашли друзей, нам нельзя лезть никуда, понимаешь? Здрасте. Блин. Пойдем. Ну, ладно. Ну тогда давай через время, не знаю, что-то нужно придумать с ним. Ну нельзя так оставлять. Я согласна с тобой. Слушай, нам нужно думать сейчас об уроках, а не о том, кому вмазать. Какой у нас сейчас урок? Сейчас, подожди, гляну. Вроде история. А, все, это, по-моему... Это, по-моему, нам туда. Туда? Слушай, а не хочешь сегодня спортом заняться? Мне так хочется энергию эту выпустить куда-то. Слушай, хорошая идея. У меня уже тоже мышцы ослабли. Мы давно с тобой не бегали и вообще не занимались, да? Давай. Да, давай. Так, слушай, вот тут вроде бы... Да. Кабинет географии и истории вроде бы здесь, да. Блин, ну чё, с Богом? Давай. Ой, посмотрите, кто пришел. Мы надеялись, вы не придете. И вам привет. А, кстати, а где Нюта? Как спалось? Что за игнор? Она не придет сегодня из-за тебя. Она из-за тебя не придет. Все, я не хочу с тобой разговаривать. Урод. Ну и молчи. Ребята, все вы знаете, что я не снимала почти 3 года. Считаю, что некоторые навыки мои утеряны. Пожалуйста, напишите в комментарии, что вам не нравится в сериале или что можно было бы изменить. А для тех, кому все нравится, просто напиши, какой персонаж из сериала тебе больше всего симпатизирует. Не забывайте про лайки. Опа, жируха опять пришла. Глянь-ка, Крис, она стала еще больше. Ну, пока в дверь поместилась, значит, еще можно пожрать. Ужас. Ребята, что за шум? Ну-ка, все успокойтесь. Так, сегодня как-то мало учеников. Они пиццей отравились после тусовки моей. Ну, тогда перенесем выбор старосты в другой день. Так, ребят, открываем 5-ю страницу. Итак, ребята, как вы думаете, что такое истинная власть? Ну, истинная власть — это способность заставить людей делать то, что ты хочешь. Ну да, верно. Он не шутит. Я знаю. Верно, Кристиан. Способность влиять на других, заставлять их действовать по твоему плану. Это и есть истинная власть. Но как вы думаете, всегда ли эта власть должна быть грубой или агрессивной? Ну, иногда грубость — это самый эффективный инструмент. Особенно, когда речь идет о более слабых. Да, согласен. Умение запугать — это тоже своего рода власть. А вы, Кристиан, просто трус. Вы боитесь, что кто-то будет умнее и сильнее вас, поэтому стараетесь всех запугать. Нора, ты всегда так эмоциональна. Тебе бы успокоиться. Ну и на диету сесть. Может, Кристиан прав. Тебе нужна наша помощь, чтобы успокоиться?
Нет, спасибо, я не нуждаюсь в ваших советах. Ребята, ну-ка успокойтесь. О боже, это ты все сама съешь? Да, она сможет. Быть такого не может. Я бы не смог только себя впихнуть. Как в тебя это вообще все вмещается? Реально. А с нами поделиться слабо? Тебе это в пользу будет. Эй, дай мне один хот-дог. Какой ужас, смотри, сколько тут жира. А ты чё молчишь-то? В классе-то больно смелая была. Ага, только при учителе. Крис, смотри-ка, кто пришёл. А, ну что, идёте смотреть шоу? Ах ты, мерзкий, отвратительный, грязный, дуракан. Эй, ты совсем? Ася, нет, он того не стоит. О боже. Ася! Бежим быстрее. Подождите меня. Кому ни слова, ясно? Неплохой удар. Не то слово, блестящий. Спасибо, конечно, но не стоило. Я бы сама разобралась. Я это сделала не ради тебя, а в отместку моей подруги Нюты. Крис, что случилось? Ася меня ударила. Что? Где? Почему? Толовый. Этот отброс, как она смеет? Ты ударил ее в ответ? Лина, успокойся. Я не бью девушек, даже отбросов. Как я могу? Надо что-то сделать. Нет, ничего не нужно делать. Крис, ты не можешь это так оставить. Она нас унизила. Лина, я сказал, я ничего не буду делать. Это еще не конец. Мы отомстим ей. Мне нужно немного воздуха. Пойдем? Хорошо. Давай отвлечемся. Покатаемся на твоей машине. Давай. Лина, мне стоит пойти с вами? Нет, Мэриан, мы хотим побыть одни. Хорошо. Мэриан, слушай, не хочешь прогуляться? Да, хорошо. Получай. Ася, кстати... Ты же говорила, что мы не будем лезть до элиты, что бить не будем их. Ой, Стив, ну не начинай, ладно, а? Я, блин, держалась до последнего. Когда этот... девчонку эту начал обижать, ну я уже не могла сдержать себя, понимаешь? Понимаю, ну... Вчера до наших тоже лезли, и что, мы ничего не сделали. Ну сейчас у меня мое терпение кончилось, вот и все. Ладно, слушай, у меня уже что-то нога болит. Пойдем домой. Пойдем, я как раз хочу к Алекс. Давай, пойдем. Опа! А вы чего тут решили? Спортом заняться? Да. Вы не знаешь, что это наша территория? Угу. Это поле только для элиты. Чего? В смысле? А мы тоже элита, мы здесь тоже учимся, ясно? Какие вы? Какая вы элита? Вы живете в сарае. Это не сарай, это дом. Что-то не похоже. Нет, это не дом, это будка. Слушай, какая будка? Ладно. Ты чё нарываешься? Ты хочешь опять получить, да? Ладно, ладно, у меня для тебя подарочек есть. Я, конечно, девушек не бью, но он... Эй, вы, что новеньких обижаете? Хватит их трогать. Если не прекратите, позову своих одноклассников. Идите, идите. Ладно, ребят, мы еще с вами разберемся. Спасибо, конечно, но мы бы справились. А ты кто вообще? Меня зовут Дэнни, а вас? Я Ася. А я Стив. Приятно познакомиться. Кстати, Ася, был прикольный удар. Ты про... Какой удар? Столовый ты имеешь в виду? Ты это видел? Да, конечно. Спасибо, я старалась. 2 дня готовилась. Не хочешь как-нибудь после школы завтра сходить погулять? Ну...
Наверное, можно. Ну все, будет прикольно.